Всем салюты, солнечные доминиканы! Сегодня у меня небольшое видеообращение. Я хочу попросить о помощи, опознать вот это вот замечательное растение, такой красивый цветок, который мне подарила одна моя знакомая. Она сама не имеет представления, как оно называется. Оно у нее растет на заднем дворе огромным кустом. И просто когда она делала обрезку, она укоренила парочку череночков. И один из них решила мне преподнести в качестве презентика. Кустик небольшого размера, на стволе видны колючки, поэтому может быть что-то из разноцветных, хотя не знаю, вообще не имею понятия. Я, конечно, была очень рада такому подарку, тем более цветет очень красиво. Цветок может что-то напоминать дикую камелию, опять-таки. Ну, не знаю, для камелии листья очень тонкие и нежные, у камелии они намного плотнее. Поэтому, не знаю, может какой-то гибрид кого-то с чем-то, с кем-то, не знаю. Поэтому буду очень признательна. Если кто-то знает, пожалуйста, напишите в комментариях, как называется растение, чтобы в дальнейшем я могла уже почитать информацию, как за ним ухаживать. Поэтому с нетерпением жду ваших ответов. Если вам понравилось видео «Мой цветочек», ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч, пока-пока, счастливо!